Итак, всем привет нахер, мы играем в Nexus Wars второй раз. Как обычно. Да. Да, не как обычно, а просто. Ты ничего, что ладно увидел. Тихо. Так, а у меня вопрос, а как поставить здание? Вот, все понятно. А, пилот. Какой пилон? Какой пилон? Там не вы построить здание и выбирает. Если на морпех, мародерах, обманывают. Ну-ну-ну, а у меня говорят, что хранилище построить. Блин. А, вот так вот. А ты не за того выбрал. Ты не того выбрал. Своего выбери. Вот. Вот. Нет. Видишь, вот он. А, фак. Ты не того взял. Не хватает минералов. А, ты похож, типа, да? Ядерки используем. Я понял. А ты уже ядерки используем или без них? На крайний случай. Это уже ваша проблема. Просто у меня тут два халявных рабочих, чего у нас. И не подвезли. Ну не по две, короче. Может, опять, я забираю вот этого рабочего на всякий случай себе. Андрей. Привет. Скажи, ты на какой доске? Верхней или нижней? На той, которая. На той, которая тебе сейчас. Да, я с тобой, я с тобой. Ура, три марик. Это так весело. Да. Это очень весело. Прямо хочешь-то. Да. Да, очень. Прям в душе. Да. Спасибо. Ну да. 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 Ага, да. Меня отдрючат. Ну да. Да. Какая шутка. Отпишу. Ядер, что вы делаете? Нормально все. Я все. Может, ты ядер поволдил, тебя ядер бросил. Выкрутимся. Знаешь, да, подарок другу на Новый год. Давай. О, смотрите, рабочий, это кровать снизу, это что-то забыл. Что он делает? Мне кажется, это сейчас чуть-чуть взрыв. Ну, или сильно, а или чуть-чуть. Мне кажется, это там что-то. Сейчас выправим ситуацию когда-нибудь. Возможно. Через полгодика, да? Да-да-да. А делай зачем? Делай что-нибудь, не делай ничего. Я делаю бейнов. Охерительно. Вот это реально так. Да. Супер. Да. 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 Да хоть так, Иван. Опять чели. Гады. Что мы делаем? Мы ничего не делаем. Тут карта это не очень. Мы мониторинги это нечто. Если, не карта не очень, просто именно эта карта. А ты понимаешь, что ты либо сейчас поддаешься мне, либо ты копишь себе минералы, а потом ты меня вдеешь. Я догадался? А какие минералы? Где минералы взять? Давно не видел. Что происходит? Построить пилон, но слышно ничего. Да. Привет. Пилот, он все спать не стоит. Очень смешно. А хотя, ну это реально хорошо сделано. У кого там? Посидите на истории на этом плане. Скажите мне. Не знаю, может у меня. Нет, да это. Меня чуть-чуть бесит такие моменты. Так, ну вот теперь ты начал джичить меня. Все легко, нужно было построить зелот. Ну зелот ничто. Сейчас второй бит. Во. Твои зелоты не что. Просто добавь воды. Просто добавь терни. Люди. Вот вы не поняли, а кто такой, ты не заткнулся. Андрей, вопрос на закрытие. Ты в курсе, что эффективно против зелотов? Я знаю. Много-много там дынингов, люстер. Нет, я не про это. Я уже построил эффективно. А, мародеры? Нет. Ой, мы продули, кажется.
Ну делай что-нибудь. Делай фотон. Знаешь, я, кажется, знаю, что ты так тупо копишь, а вот ты хочешь, я тебе помогу, если делок не построить. Да-да-да, давай. Да-да-да, да-да, да-да-да. Я могу тебе помочь, я могу сбросить тебя, но у тебя есть дерьмо иглу. Это еще одну делочку построю. Делочки. Ага. Надо разместить твои мысли. Ну хотя они все. О! У меня уже там орда идет недовольный. Вот блин, да. Это называется... Вот видишь? Делочки и делочки. А кого помогал? Я беру меня. Ой, давайте заново, что-то я туплю вообще. Я сдаюсь. Все замечательно, все замечательно. Я сдаюсь, вы выиграли. Заливай. Ты же не ходишь любой Торторус. Почему Торторус? Идеальная тактика зеленых. Пульнул, отступил. Пульнул, отступил. Гениально. Смотри, ядер. Она такая ядер, веселая. Ты понимаешь, что два нуба тебя вдрючат. Ну ладно, Карл, ну ладно. Это шутка типа? Нет. Есть трободёр. Нет. Ты вляпался. Что вы сделали? Мы ничего не делали, ты просто ничего не делал. Я знаю, что сделал. Ты ничего не делал. Процесс. Это ни хера не в процессе, мы уже чуть-чуть подходим к своей базе, и тебе там где-то чуть-чуть находится. Сейчас будет чуть-чуть. Тебе чуть-чуть костяца. Сейчас будет чуть-чуть ядер. Ты понимаешь, что ты потратишь ядер зря. Знаешь, у меня... А скажите, как быстренько накопить минералы? Я тут типа вроде дарков. Ой, дерево. А, что, блин, простите? Ой, нет, что за дело, это не чуть. Где мой рабочий? Где мой больше рабочий? Где мой запасной рабочий? Раз. Все что выйдет? Все что выйдет? Их так много? Да. Ты так вышел? Да, ты просто так взял, всрал ядерку. А что? У меня есть хитрый план. Все, я понял, я видел. Я все видел. Больше. Да что этот раб делает, он не сдох. Что здесь раб делает? Сверхурочные! О, все. Ты один раз на моего рабочего скилла. Спасибо. О. Ядер продвигается, я сливаюсь, наоборот. Ядер, ты хули творишь? Что происходит? Да нормально. Это вообще не я. Зелок. Что творишь? Ты вроде бы тащил. А что, так не тащишь, так не? Сейчас он не так. Мы не будем. А, ну сейчас мы так. Просто как весело. Да, а очень ты... весело. То, что... Блин. Я тебя сливаю. Вот, ты заколебался с этими дарками. Они такие веселые. Да. И полезные. Да, они тебя хотят. Их можно взять, заспаунить. А кликом пошел. А что будет он делать? А лучше ничего не будет. Ну тебе тогда. А вот минимум. Жалко. Да ладно. Что происходит? Чего? Так а где детектор взять? Доступный чест. Да, где детектор взять? Кошку. А мне кажется, их нет. Да, нету. Вообще. Вот детектор, кстати. Все построил. А, потом? Еще не, кстати. Сейчас буду я. А ты тебе свет? Так, надо больше дарк. Надо больше ни хера. Ну, звони, нет. Я дарков вижу. У вас там фотон, кстати? Нет. На войсках стоит фотон. Вот, там вот это, видишь? Кончилось.
Так, какая шмотка за пульного ядерного ракета? Не знаю. От ядера опять сливаем, что он делает? Хал, посоветуй мне, что мне можно сделать, чтобы починить здание? Как? Любого кастом. А? Любого кастом. Используй. А, место выдержанной позиции. Я понял, я понял. Я что-то понял, я что-то понял, там я не так понял. А. Ты понимаешь, что заплевал мне, что у меня холм. А я хочу видеть холм. И можем взять, обмазать. Да. Вот так. Да. И уйди отсюда, нахер. Заколебал меня. Смотри, как не есть. Да, весело, вот очень. Я наблюдаю. Потом. Не, потом. Это гений. О, дарк. Дарк и дарк. Блин. Хоп, иди сюда. Хоп, иди сюда. И это все, что можешь подать? Да. Факин щель. А это все, что ты можешь? Да, это все, что я могу. Взял. Сейчас микро вырубить скоро, наверное. Не знаю точно. Так, меня терзают смутные сомнения, что это лагает. Кажется, ли у кого-то слишком много кипела. Ой, слишком много этого. Никома. Да не, нормально. Кстати. Ядер, давай девушка. Может тут еще и запасивно прям. Кошек тебе заскалит. Устроить. Я не понимаю, как они... Скалит тебе за это. Молодец. Так, что бы не... Вот подлатать. Будет сделано. Лучше просто противодействовать по первой карте. Поздравляю. Я вообще не понимаю, как он видит дарков? Кто? Я? Потом. Нет, он... Не так видит. Там эти, как там, инцент будет эти. Что? Говори внятно. Часовые будут эти. Нет, кстати. Гидролист. Часовые детекторы? Гидролист. Еще. Часовые детекторы, это понял. Я немного. Молодец, я мог бы не так плотно строить. Да. Ну так, стой, по пилону. Обманул. Ясно, понятно. Не просто не в центре. Ага. Вот больше всех инкома. Сейчас можно качать силу, если будет нормально. А что, его можно качать? Да. А ты что, не знал? Нет. Сейчас включаю. Не хватает минералов. Я не простей, я рассказал военную тайну. Что? Я им военную тайну рассказал. Ой, вы слишком мямельте сильно. Да, всем. Ну,
Так будет лучше. У кого больше всех килов? Ой, ядер. Конечно же. Что а больше? Там, а ты там на него зелень. Ладно, ты просто его... Ага. Где моя запасная ядер? Плюс. У меня там... Плюс и трес. А что делать? Я прорвался. Очень легко. Очень легко. Разрывали тебе там делаю полное. Да. Но недолго, конечно. Потом там обмазывают эти армии. Опа, нет. Ничего страшного. Там у вас тоже последний ракет, да, был? Да, последний, у нас еще штук 200. Надо кому-то помогать, да? Да не, нормально. Все, все очень хорошо, вот настолько хорошо, что может грабить сразу как-то. Помогу. Не закрывай мне выход только. У рабочего есть телепорт вообще-то. Давай. Не для рабочего. Мази. Пока что не. Блин. Че, опять что ли? Не знаю. Хоп. А где там мои свободы? КВСН. Я вижу там кофе, почему не стоит? Где ты, Аня? Вот они, ремонтируем. Мусор КС, стропионы. Нет, тут как 4 куклы. Этим КСМ-ка, стропионы. О! Вот, смотри. Видишь еще одна КСМ-ка. И ядер, все помощью не важно, не важно. Ладно, ладно. Мусор КС, вот, твой пилон. Ой, вот твой КСМ. Пил на нем строй. С него, точнее. В общем, я тебе шикарно помог. Можно уходить. Да. Ты помог мне пробежать не только прибудет. Наш воин. Кто? Ох ты ж. Воздух. Кто? Много воздуха. Видишь, как я мог. Да-да. Сейчас меня взрывчат за это. Хочешь авианос? Давай мне. Я вести демократию. Да. Ой. Ты там слишком много. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Что происходит? Что
кто кого быстрее вынесет, ты пирога. И тут слишком много ядер. У тебя нет ядер? Да. Ни у кого нет. Из вас. Не вижу. Опять. Друзья. Быстрее сюда. Лаги. Кажется, я быстрее вынесу вас. Три, еще одна ядер. Блин, надо быстро, быстро. Блин. Мимо. Вот чуть-чуть не успел, еще выйдет. Забежит. Мусор. Я свою ядер. Ядер, держись. Ты должен выжить. Сомнительно. Держись. Ну подумай. Ой, змея. Блин, не вижу, есть куда-то. Заново, блин. Тут уже начал поговорить. О, я быстрее выиграл.